здесь я родился, незаметно здесь рос этот город моих родителей, мой Железногорск. У каждого из нас есть тот, кто ему дорог, и я с радостью скажу, что это мой город. Здесь лучшие друзья и мои одноклассники. Новый учебный год начинается с праздника. День знаний дает старт новым проектам. Сегодня школа Росатома под открытым небом. Но все же приятно после лета увидеть, например, своих одноклассников, друзей. Я думаю, это очень хорошо, что наш город провел инициативу и провел такое замечательное мероприятие. Это шикарно, потому что здесь много народу, все объединяются, встречаются, знакомятся. Железногорское образование в мое будущее трамплин. Нас талантливых много, и я такой не один. Мы здесь растем и движемся, каждый своим маршрутом. Но мы вместе, сила, мы мощь, и это круто. От улыбок друзей поднимается настроение. Мы все осознаем, мы новое поколение. Мы готовы участвовать в смелых проектах, чтобы всем показать мощь своего интеллекта. Я сижу здесь и сделал вот такую куклу-кормилку. Еще 10 минут назад я не умел этого делать. И таких интерактивных площадок, где проходят квесты, мастер-классы, их здесь много очень разных. Все попробовать из развлечений. Очень много радости и очень много желаний, и большая часть из них исполняется. И скучно точно не будет. Чтобы в 21 веке как личность состояться, мы Железногорский, прорыв 2020, мы умное продолжение лучшего прошлого для своей страны. Сделаем много хорошего, ученики все знают про школу Росатома. Будущее города создавать нам надо, ведь я люблю свой город, свою школу, друзей, красивые проспекты, тишину аллей. Нам очень нравится, интересная программа. Красиво украшено. Ощущение праздника есть, и городу удалось создать это ощущение. Спасибо, прежде всего, всем, кто работал над этим. Росатома, 1 сентября, в едином порыве, ты и я, дружно все вместе мы беремся за дело. Локациям праздника нет предела, Росатом открывает на новые дороги. Железногорск — город высоких технологий, он стоит среди бескрайных таежных просторов. Ты судьба моя, ты мое будущее, ты мой город. Позитивно даже потому, что погода сегодня способствует. Солнечно, хорошо, и я думаю, что радует глаз, и настроение прекрасное. Поэтому считаю, что праздник, точно уже состоялся.